Так, вот мы с Любочкой идем от сухого фонтана. Мы там встречались с друзьями, нашими любимыми танцорами. И вот решили поснимать немножко осень. Да, Любочка? Замечательная вот осень. Любочка хочет пойти туда немножко, походить по листиках, пошуршать. Да, мы любим пошуршать, особенно я. То ты далеко ушла, то тебя не видно. Вот, и на этой стороне вот красота. Это мы в саду Шевченко. Это наш любимый сад. Мы идем на троллейбус, чтобы доехать до метро. Ой, листика замечательно. Прям золотом. На деревья все меньше и меньше листиков становится. Все больше и больше листиков. Травку зеленую закрывает даже. То была зеленая травка, ну дальше там есть. Так, Любочка, выходи оттуда. И давай я немножко пошуршу листиками. Ой, какая красота. Тут детская площадка там дальше. Вот. И я немножко бесподобно. Бесподобно. Очень красиво. Сегодня, кстати, еще часы перевели. Так что теперь на час даже больше темнеет. Ну все, мы идем на троллейбус. Все, всем пока, всем сердечко, всем поцелуйчик нашим зрителям. Пока, и пока. Всего доброго всем. Да. Ой! А, ты не выключила? Ну давай, иди. Иди. Иди, иди. В общем, мы идем. Короче, мы идем. Да, фонарики, все темнее и темнее. Да, сегодня какое у нас? 27 октября. Как раз будет память. 24-й год. Перевод часов с утра. В общем, выходим туда. Все, всем пока.